поняли, да, принцип? Вставили ножницы и одно полотно вот так. Вот так вот. Еще можно поделать то же самое, только применив фен. Как это выглядит? Вы, получается, дуете феном по росту волос, ну или против роста волос, как вам удобно, и состригаете волосы. Смотрите, получается, включаем фен, дуем против роста волос, это вот туда. Как волосы у нас поднимаются, смотрите, что я имею в виду. Видите, некоторые волосы, получается, поднимаются, некоторые внизу. И вот мы те, что внизу, вот таким образом простригаем. Смотрите, включаем фен. Чуть-чуть пониже. Видите, вот эти волосы внизу, мы их